Привет, с вами Павел Колесов. Я сейчас только что закончился тренинг «Катарсис» Николая Куренкова. Если вы думаете ехать или не ехать, хоть далеко, дорого, сложно, я вас обрадую. Я прилетел из Томска, там 2,5, сколько там, 3000 километров от Москвы. Причем я был не один такой вот товарищ, ударенный на голову в плане саморазвития и того, чтобы жизнь приносила максимальный результат и радость, полный рост. Я вам сейчас покажу список городов, из которых сюда, в Москву, на Николая Куренкова прилетели люди. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Москва, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Надым, Томск, это я, Волгодонск, Первоуральск, Свердловской области, Роттердам. Кстати, вот эти вот из Первоуральска и из Роттердама, это прилетели по моей рекомендации замечательные люди, которые читают мои рассылки. Королев, Смоленск, Уфа, Калининград, Зеленоград, Дмитров, Чебоксар, Ростов-на-Дону, Орехово-Зуево, еще раз Москва, Владивосток. В общем, как вы видите, сколько у нас тут? 19 городов России. 19 городов России приехали. Мне кажется, тренинг «Катарсис» – это тот тренинг, на который стоит приехать, даже если вы из Владивостока. Спасибо за внимание. С вами был Павел.